Участники сборной России по велоспорту приехали в Сочи на тренировки перед чемпионатом России, который пройдет в конце мая в Ижевске, и Кубком мира. Спортсмены-колясочники также готовятся к сезону триатлона, где будут выступать в соревнованиях Ironman. Все без исключения побороли свои страхи и испытали на себе свободное падение. И в очередной раз доказали, что эти люди с неограниченными возможностями.